работает. Коллеги, как, готовы? Да. Да. После информации. Да. После состояния дня 14 часов все дела погибли. Представлены в МОД города Ярославля. Опознано 19 сейчас продолжается ужасный коллеги, вопросы. А вы не могли бы прокомментировать заявление Дмитрия Анатольевича о том, что нужно сокращать число авиакомпаний? Насколько оно должно быть сокращено, сколько авиакомпаний должно остаться, и не боитесь того, что дезинфляция в России как таковая просто перестанет существовать? Нет, не боимся. Четкого плана по сокращению авиакомпаний, что хоть столько должно быть, мы себе не ставим, поскольку это происходит совершенно естественным образом в связи с более жесткими требованиями к оборудованию самолетов и количеству самолетов. Итак, с 1 января 2012 года вступают новые требования, по которым необходимо оборудовать воздушные суда системами предупреждения движения с землей, а также системами предотвращения столкновения воздуха. Такие системы не устанавливаются на большинстве самолетов Су-34, поэтому те, на которых самолетами установлены, без эксплуатации автоматически выводят. То же касается ряда других типов, как Ан-24, Ан-26, где не будут установлены данные системы, точно так же будут без эксплуатации. Следующее требование по количеству воздушных судов для выполнения регулярных магистральных перевозок воздушных судов емкостью более 50 крейсеров. Повышенное требование не менее 10 самолетов партии авиакомпании с 1 января 2012 года и не менее 20 с 1 января 2013 года, что также есть возможность переведения либо объединения авиакомпании, либо сокращения. А это была чартерная перевозка все-таки? Для в отношении чартерных перевозок эти требования не распространяются, для деловой авиации требования не распространяются, требования по количеству воздушных и в отношении авиакомпаний, которые занимаются региональными перевозками и перевозками на место воздушных линий, на самолетах емкостью меньше 50 крейсеров, это также не распространяется. Требования по минимальному количеству самолетов. Что касается экспресс-теста топлива, есть какие-то данные? Или пока он идет? Значит, нет, еще на анализ топлива не поступило. По оценкам предыдущих, по предыдущему опыту мы знаем, что требуется как минимум 2 суток для проведения такой экспертизы. Когда будет покупать самолет? Сейчас подходит плавучий кран. Поскольку ну, там часть фрагментов уже подняли, те, что попроще, полегче. А хвостовое переднее, киль, можно поднять только в том, что это получилось. Да. Рассчитываем, что до этого дня. А если какая-то более конкретная информация по поводу когда будет понят и демонтированы отсюда самописцы, сколько по результатам проведения расшифровки при самописцах можно будет говорить о предварительных действиях. Мы ориентируемся, да. А данные о том, что черные ящики уже поступили в Москву, которые появились в интернете, это нет, там, нет. Там обнаружили кассету, но, скорее всего, это была запасная кассета, а не кассета из самописца. А бортовой журнал найден или нет? Нет.
А как вы относитесь к заявлениям очевидцев о том, что мародеры, конкретно называют дома, взяли этот журнал себе? И они видели, вот, и описывают именно бортовой журнал. Будут ли проверены эти сигналы? Значит, по докладам достаточно оперативно было организовано оцепление этого района. Вот что до этого оцепления делалось, происходило, это трудно оценить, наверное, только очевидцы могут сказать. Все, коллеги, спасибо. Спасибо. Спасибо.